Здравствуйте, начинаем очередное занятие нашего кружка любителей гегельской диалектики. Значит, как написано в сообщении, которое разослано было членам кружка, что будет рассматриваться вопрос о переходе к явлению. Условия. Да, ну вот, значит, что такое условие? Предшествовало условие, как известно, категории основания, да? Вот. Основание, взятое, так сказать, отдельно, не охватывает, так сказать, то, что входит в понятие основания. Потому что если есть основание, то есть и вторая категория. Как называется? Основанное. Основанное. А есть третья категория, которая относится к этому основанию. Это основа. Основа как бы охватывает и основание, и основанное. Но основание и основанное находятся в таком соотношении, как описано в формальном основании, что, дескать, вот основанное основывается на основании, то есть основание переходит в основанное, а основанное, оно предполагает основание. Но в формальном основании никакого различия между основанием и основанным нет, да? Поэтому оно формальное, то есть как бы удвоение одного и того же. Можно так представить, как основанное на вот этом, но это то же самое, что и основание. А потом рассматривается вопрос, как мы знаем, о реальном основании. А реальное основание, значит, уже как бы предполагает, что в том, что является основанным, есть то, чего нет в основании. И вот это не все, а потом рассматривается, это нас бы вроде бы и устроило, как бы успокаивает нашу душу недиалектическую, которая говорит, ну вот здесь все в порядке. Вот оно основывается, а там уже другое. Хотя если оно основывается, то почему там другое? И поэтому, когда теперь берет Гегель первое и второе, формальное основание и реальное основание, то единство формального основания и реального основания дает полное основание. А в полном основании есть и то, и то. Есть и тождество основания основанного. А тождество это что? Равенство не равенство. Да, вот правильно. Равенство не равенство. Ну, почему равенство, когда вместо там говорится тождество, это тождество различного. Вы сразу взяли другие категории, уже сразу начнете заикаться, потому что, как меня тоже всегда удивляет, вот все-то вот кажется, что вот категории, которые взял Гегель, плохие, вы берете лучше. Но если лучше, то это, конечно, хорошо. Но почему тогда спотыкаемся? Мы же рассматривали эти категории тождества, различного, различия, тождественного. А раньше мы говорим в других местах, в математике. А здесь это не математика. Здесь, говорится, никогда не бывает тождества тождественного. Тождество тождественного – это как называется? Тавтология. Ёлка – это ёлка. Бревно – это бревно. Значит, просветились. Сейчас, если мы посвятим этим высказыванием наш кружок, потом сюда никто не придет, и уже больше не придет. Поэтому осмысленным является только такое тождество, как тождество различного. Поэтому вот тождество основания основанного, вот оно так и получается. Тождество основания основанного в полном основании. Полное основание предполагает, что там и тождество есть, и есть различие, естественно. Поскольку это тождество различного. И вот теперь, рассмотрев, что такое основание, мы начинаем думать, значит, основание – некоторая положенность. Положенность – это то, что есть благодаря другому. То, что не мыслится без другого. Если основание, то, значит, предполагается основанное. Если основанное, то предполагается основание. Ну, а теперь, когда мы берем полное основание, вот оно есть, но оно есть, но это положенность. Мы же находимся где? В какой сфере? Сущности. В сфере сущности. А в сфере сущности все берется со своим отрицанием. А что является отрицанием положенности? Отрицание положенности? Да. Отрицание. Ну, здорово, это отрицание положенности, это отрицание, я бы тоже додумался до этого. Отрицанием положенности что является? Становление. Куда вот вы нас загнали вообще в самое начало?
А не могли бы там ближе к чистому бытию тогда уж? Как-то там опереться хотя бы на что-то. Чистое бытие. Случайность. Нет. Вот, Иван Михайлович, вот как только я скажу, вы сразу согласитесь. Честно, но это не я придумал. Вот это Гегель. Потому что иногда, вот мне тоже кажется, ну такое какое-то, такие дебри. И вот ставится такой вопрос. Потом начинаешь искать ответ. Ответ такой элементарный, что думаешь, как я сам до этого не додумался. А отрицанием положенности является предположенность. Предполагающая рефлексия, предполагающая. Мы же в рефлексии, тут же учение о сущности, здесь рефлективные все определения. Что значит рефлективные? С отрицанием, с отражением, да? Значит, если есть полагание, то есть и предполагание. Ну, значит, если вы все рассказали про то, что она вот все теперь, все замкнуто, все есть основание, основанное, основа, все хорошо, так это положенное. А значит, а предположенное? А вот, значит, предполагается и то... Вот предполагается. Ну да, предполагается. Значит, предполагается, что предполагается? То, что не входит в основание, а просто есть некое непосредственное, то есть бытие. И вот это вот предполагаемое непосредственное, которое есть уже, мы нашли сейчас. За счет чего? За счет того, что мы взяли это отрицание, а отрицание мы должны были взять, если мы диалектикой занимаемся. Мы же говорили, и каждого, если спросишь, чем отличается диалектика от формальной логики, что там, если есть положение, то есть и противоположное положение. И надо оба взять, а потом посмотреть их в единстве. Ну так вы взяли, что эту положенность, а предположенность почему не взяли? Вот взяли мы предположенность и получили бытие. Бытие. Короче, бытие. Какое бытие? Нет, не бытие, а непосредственное мы получили. Непосредственно, то есть бытие. Все-таки вы бытие берете специально из сферы наличного бытия, которое вы хорошо знаете, а вот тут вы не так хорошо знаете. А здесь говорится непосредственно. Ну, непосредственно это и есть бытие. То, что непосредственно, то есть не является порожденным, не является основанным, а непосредственно. А непосредственно это, что непосредственно, это бытие. И что тогда получилось? Что получилось у нас тогда? Условие. Подождите. Подождите, это как-то так вот у вас быстрый очень ум. Хорошо вам. Получилось восстановленное через сущность бытие. Вы бытие хотели сказать так? Это не так красиво, а вот так, если сказать. Восстановленное через сущность бытие. Это же красиво. Ну, это вы дальше уже пошли, Иван Михайлович. Это вы уже скачок, прыжок, можно сказать. Восстановленное через сущность бытие. Дело в том, что мы расстались с бытием. Бытие сняло себя. И... Я в прошлый раз задал такой вопрос. Мы как говорите, представляем, что вот выше, выше, выше? Или мы представляем, что мы в бытие стали углубляться вот, в учение о сущности? Вообще сущность, когда мы представляем, то мы проходим через бытие и углубляемся в сущность. Или мы воспаряем над бытием? Но все-таки мы углубляемся в сущность, да? Так вот, мы углубляемся в сущность, а теперь то же самое бытие снова тут вырастает, но оно уже вырастает не такое бытие, в котором ничего нет, а такое бытие, за которым стоит основание и условие. Вот такое бытие с основанием и с условием, как называется? А? Бытие с основанием и условиями. Действительность. Чего? Действительность – это сущность. А? Как? Сущность. Все неправильно. Чего все неправильно говорят? Не знаю. Я понял, один я читаю по тексту. Нет, ну потому что русские люди написано, да? Качественно. Ну, конечно, написано. Существование. Существование это называется. Все права глушат. Да. Существование это восстановленное через сущность бытие. А то есть какое бытие? Такое, у которого есть основание и условия. Оно не просто вот есть бытие, как-то оно есть, вот то бытие, которое есть, оно на самом деле не глубокое и не серьезное. А вот теперь мы вернулись снова к бытию. Но такому бытию, за которым стоит, есть основания и условия для этого бытия. И вот тут разные переводы есть. Вот в новом издании тут уже перевод не суть дела, а мыслимая вещь, говорится. Но речь-то идет о чем? Что вот когда что-то появляется, мы знаем, что вообще что появилось, но оно всего, его не было, а потом оно появилось. Так? То есть мы как можем об этом даже подумать. Дело не в, оно не в нашем сознании появляется, оно появляется в жизни. Но в жизни его не было, когда все условия были созданы, оно и появилось. Когда для какой-нибудь сути дела,
созданы все условия, она вступает в существование. А тут говорится, для когда для какой-нибудь мыслимые вещи. Вот мы ждем, хотели построить дом, но у вас кирпича не завезли, цемента нет, труб нет, сантехники нет, оконных блоков нет. А дом строим. Но пока вот не будет этого всего, даже если вы будете доказывать, что у вас дом готов, по идее, не должны принять. Но если есть хорошая комиссия, которой можно дать деньги, то, возможно, это то самое условие, которое позволит. Дом это не будет, но сдать его можно будет. Но все равно. Да, ну это все равно будет. Это бумага будет. Это условие для того, чтобы деньги, так сказать, получить. А вот дом это все равно не будет, пока не будут созданы, обеспечены все условия. А у них понятие похуже или вот, да, чем в суде? Ну, в данном случае, мне кажется, да. Ну, можно так, то есть это можно так трактовать. Мне тоже вот этот перевод лучше как-то нравится. Но дело в том, что когда мы говорим суть дела, тут как-то дело тоже не видно. Какого дела? Да. Я бы оставил просто суть. Суть. Но тут, видите, дело, так сказать. Вот есть разные переводчики, во всяком случае, это тут не самое главное, а самое главное. Вот в этом разделе, которым мы сейчас занимаемся, говорится о свойствах, о многих свойствах, да, которые проявляются в отношении к другой вещи. Свойства этой вещи проявляются обязательно в других вещах или по отношению к другим вещам. Поэтому свойств много. И они как бы и связаны. Они свойства, потому что они свое, относящиеся к этой вещи, но проявляются в отношении с другими вещами. Вот это свойство. А у нас был, прямо говорится, и характер проявляется как свойство. И определение, и характер проявляется как свойство. Вот здесь, вот в этой книге, правильный перевод, там, где говорится об определении и характере. Когда мы говорим об изменяющемся нечто. Нечто о том, что оно является становлением, моментами этого становления или сторонами этого становления. Два нечто. Одно нечто – это определение, другое нечто – характер. Ну, а здесь вот мы собираем этот весь урожай. И то, что нас угнетало в течение предшествующих лет занятий, когда не на что опереться, и вот эта рефлексия – это ведь переход от ничто к ничто через ничто, которое Ленина напугало, тем более наши товарищи, так сказать, они, конечно, не все мы такие, как Ленин, смелый. Я распутал. Ну, да и никто не сомневается, что вы это распутали, но сказали об этом только сейчас. Да, но еще надо развернуть. Да, да. То вы можете опубликовать это, если распутали. Хорошо. Ну вот, тут распутывать нечего, потому что если сущность – это снятое бытие, то а снятое бытие – это ничто, то всякое движение в сфере сущности – это движение от ничто к ничто. Тут распутывать это мы давно уже перераспутали. Но вы можете распутать, все равно чувствовали мы себя не по себе, потому что опереться не на что. Потому что нельзя опереться на ничто. Да? Не на что было опереться вот даже нашему сознанию вот, при изучении и рефлексии. И вот мы изучали рефлективные определения, когда уже пошли рефлективные определения, такие как тождество, различие, потом противоречие, нам стало уже хорошо. А когда борьба противоположности привела к переходу в основание, противоположность Гетцу Грунда идет в основание, вот тогда появилось некое вот основание. И от этого вот пошло уже, вот тут уже появилось основание основанного, основание основанное. Затем, как мы сегодня еще раз повторили, появилось условие, и теперь вот есть непосредственное, у которого есть условия и основания. И непосредственно с условием и основанием есть существование. Существование. И состоялся переход в существование. А поскольку у нас тут задача перейти в явление, то, значит, вот мы уже имеем дело с существованием. А какое существование уже называется явлением? Вот вопрос. Ну, во-первых, Гегель, если вот мы этот раздел мы будем читать внимательно, то мы найдем, что вообще-то, если что-то есть, то оно существует. Но это какой мы, когда можем такое делать вывод? Вот здесь только, учение о сущности, теперь, когда добрались до этого.
Все, но на самом деле оно никогда не бывает, что просто есть и все. Но когда мы имели дело с учением о бытии, вот мы как раз наоборот отметали все остальное, есть и все. Давайте разберемся с бытием. И разбирались с бытием, с ничто. Потому что если мы не будем абстрагироваться, не будем отметать, то мы никогда ничего не разберем и не поймем. Но вот, то есть вот мы, это не мы абстрагировались, а само бытие сняло себя и перешло в сущность. Мы углубились, двигаясь за категориями бытия, мы углубились в сущность. И углубляясь в сущность, мы дошли до дна, и от этого дна пошел ход наверх. Наверх к чему? К бытию. И пришло. Пришли мы снова к бытию, за которым есть основания и условия. И никакого... Вот теперь мы можем сказать, что истина бытия – это существующее. Существование – это как бы вот сам факт. А это сфера существования. А то, что существует, это существующее. Вот то, что существующее – это истина бытия. Раз оно есть, значит, оно существует. Но это надо еще разбираться, где у него основания, какие есть условия этого бытия. Только тогда мы его можем понять как существующее. А так просто, если просто мы увидим, что оно есть, оно для нас просто бытие. Мы еще не разобрались в этом. И это большая задача – выяснить, а в чем основание этого, правильно? Дескать, мы наблюдаем эксплуатацию. Ну, хорошо, вы наблюдаете эксплуатацию. Как она, откуда она взялась? Это эксплуатация. Вот самое короткое определение капитализма какое? Всеобщее товарное производство. Как? Всеобщее товарное производство. Всеобщее товарное производство. Вот основание капитализма. Если люди это понимают, они, значит, понимают, что при движении на рынок вы обязательно получаете... Товар. Не товар вы получаете, а капитализм вы получаете. Товар. Так говорили. Товар вы, может, и не получаете, товары могут и пропасть. А капитализм будет. Ну, если это всеобщее товарное производство, значит, мы двигаемся на рынок. А рынок это что? Не знаю. Как это, не знаю. Вот это да. Вот не знаю. Кружок его по капиталу. А? Сфера обмена. Рынок это сфера. Это сфера, в которой товары обмениваются на деньги или деньги обмениваются на товары. Обмен товара на деньги как называется? Продажа. А обмен денег на товары? Покупка. Покупка. Вот это сфера продажи и покупки. Если люди ушли на рынок, значит, они ушли из производства. Никто ничего не производит, а то, что осталось от России, надо срочно распродавать. А там деньги, обмен на деньги? Что это? Обмен на деньги – это обмен одного товара, который не эквивалент на всеобщее, но такой, который является всеобщим эквивалентом. Вот и всего. Это все товары. Деньги – это тоже товар или нет? Деньги, всеобщий эквивалент. Деньги на деньги не меняют. Ну, как меняют? В обменник пойдете и одну бумажку. В обменнике не деньги. Если бумажки, значит, это представители денег. Ну какие это деньги? Ну что вы говорите? Золото не надо менять. Вы знаете, чем Васильевич владеет? Он владеет маршрутом мысли самого Гегеля. А у нас маршруты такие тупиковые. Думаете, Гегель именно про товар говорил, сомневаюсь. Нет, да. Он готовил. Вы почитайте философию права Гегеля и увидите, насколько она нелогично построена. И насколько там есть отдельные правильные мысли, а из-за того, что он, так сказать, там нету материализма, и тем более исторического материализма, никаких выводов толковых и умных для людей, для народа, Гегель, он не может сформулировать. Да. Вы хотите нас... Созданный аппарат он применять не смог. А он требует еще доработки, еще, чтобы исторический материализм надо получить. Нужно не просто материализм, скажем, ну хорошо, вот Фейербах. Он создал материализм. И что, Фейербах использовал этот материализм? Нет, значит, надо диалектический материализм приложить еще к истории, а для этого там будет исторический материализм. Так. Итак, значит, вот мы имеем дело с существованием. Я хочу обратить на ваше внимание, на некоторые положения, именно потому, что они прям так и написаны. Сущность, достигшая непосредственности, есть ближайшим образом существование. Это прямо вот начинается второй отдел явления. А у меня написано, сущность должна являть себя. Даже в этом... Это не первое.
второй отдел. Второй отдел. Второй отдел. Раздел второй. Не раздел второй, второй отдел. Явление. Сущность должна являться. Вот, написано, учение о бытии содержит все первые предложения. Бытие есть сущность. Это учение о бытии содержит первое предложение. Бытие есть сущность. Что это имеется в виду? Что вот развитие бытия приводит к снятию бытия и переходу в сущность. Поэтому вот очень кратко Гегель резюмировал всю нашу деятельность по изучению всех категорий бытия в одной фразе, в одном предложении. Бытие есть сущность. Учение о бытии содержит все первое предложение. Бытие есть сущность. Второе предложение. Сущность есть бытие. Составляет содержание первого отдела учения о сущности. Сущность есть бытие. И вот мы это второе предложение по существу и рассматриваем, как сущность стала бытием. И теперь бытие у нас уже за собой имеет сущность в виде оснований, основания и условий. Но это бытие, которым делает себя сущность, есть существенное бытие. А что значит существенное? Что этим говорить? Нет. Так уже это сказано. Нет, существенное это означает, что это бытие в сфере сущности. А в сфере сущности все берется с отрицанием. Поэтому это не просто вот бытие, а которое имеет, берется. А что является отрицанием такое? То есть не надо просто поверхность набрать бытие, а надо брать что? А что надо брать? Выходление из отрицательности. Так, ну, то я еще некоторые вещи время прочитаю. Все, что есть, существует. Все, что есть, имеет некоторые основания. Вот мы уже это все можем утверждать. Истинное бытие состоит не в некотором первом непосредственном, а в том, что оно есть перешедшее в непосредственность сущность. То есть то, что мы изучали вот годами учения о бытии, это не истина. То есть это была истина по отношению к тому, что мы знали, но по отношению к тому, что теперь знаем, мы говорим, что истина, вот бытия – это сущность. Все, что есть, существует. Истина бытия состоит не в некотором первом непосредственном, а в том, что оно есть перешедшее в непосредственность сущность. Ну далее, если сказано было так же, все, что существует, имеет основание и обусловлено, то следовало бы в такой же мере сказать, оно не имеет основания и безусловно. А это почему? Потому что мы находимся в сфере сущности и в сфере рефлексии, должны взять с отрицанием еще. Одно и то же положение должны взять прямо и с отрицанием. Значит, оно еще и не имеет основания, безусловно. С одной стороны, оно вот непосредственное, оно имеет основание. Ну, прямо так стоит на этом основании, оно и в то же время и само по себе тоже есть. И тоже, и безусловно. Условия безусловно, а то, что обусловлено не безусловно, тоже безусловно. То есть это единство безусловности и обусловленности, единство непосредственности и основания. Так, вот, кстати, тут по ходу дела такие замечательные, как говорил Энгельс, драгоценности. Случайно есть лишенное основание в себе самом и снимающее себя. Лишенное основание в себе самом. Случайно. Нет никаких оснований. Есть, может быть, может не быть. Случайно. Но если созданы все условия, для этого как случайно. Оно и не ударит. Таким образом, существование не следует здесь понимать как предикат или определение сущности, так что в нем гласило бы, сущность существует или обладает существованием. Дело обстоит так, что сущность перешла, не обладает существованием, а перешла в существование. Существование, если бытие перешло в сущность, а сущность перешла в существование. Существование есть ее абсолютное отчуждение. Предложение о существовании поэтому гласило бы, сущность есть существование. Ну вот сейчас мы где находимся? Сущность есть существование. А раньше сущность была чем? Рефлексией. А сейчас сущность есть существование. Она не отлична от своего существования. Сущность перешла в существование, поскольку сущность как основание уже не отличается от себя как обоснованного, или поскольку это основание сняло себя. Дальше говорится о том, что существование как существующее
Существование как существующее. Существование – это как одна категория, а существующее – это уже то, что существует. Правильно? То есть их надо различать. Положено в форме отрицательного единства, каково оно и есть по существу. Существующее нечто отлично от сущего нечто. Вот обратите внимание, нам это очень важно. Сущее мы, по-моему, все усвоили, члены кружка, что такое сущее. То, что есть. Ну, то, что есть, это бытие. То, что наличное. Что? То, что наличное. Это наличное бытие. То, что рассматриваем. То есть субъективная такая трактовка. Вот вы лично один рассматриваете, вы с Константином Константиновичем рассматриваете. Сущее что такое? Находящийся перед мысленным взором. Как? Находящийся перед мысленным взором. Непосредственно. Непосредственно. Вот мысленным взором я должен знать ваш взор, да еще мысленный. Почему мой? У меня сразу голова распухла. Вы что? Непосредственно, больше ничего. Непосредственно. То, что непосредственно. Непосредственно, да? То, что есть непосредственно. Вот это ваше? Мое. Вот оно сейчас непосредственно. А сейчас? Мое. Оно есть? Есть? Оно есть? Нету. Как нету? Есть? Есть. А уже нету? Ну, если нету, то вы и не будете обращаться по этому поводу. Так оно есть или нет? Нету. Есть. Ну, нету, значит, плакал ваш этот прибор. Оно есть, Константин Владимирович, я вас вынужден проинформировать. Есть, но оно не непосредственно. Непосредственно ручка у вас и блокнотик. А теперь это снова непосредственно. А сейчас... Опять оно есть, но не непосредственно. Сейчас непосредственно, ничем непосредственно. А сейчас столом она опосредственно. Столом. А через стол нее не видно. И моими действиями опосредствована. А сейчас оно непосредственно. Вот берите, что хотите. Средство. А средство – это средний член. Средний термин. Средний между вами и этой штукой появился стол. Средний. Средство. Инструмент абсолютно здесь не нужен. Средство – хорошее слово. Средство от слова средний, средняя, середина, средний член. А инструмент все это убирает, это все вот возможное понимание, и наводит туман. А этот исчезло. Хорошо вернулось обратно, потому что мы все видели. А если бы не видели, то ху-ху. А что вы видели? Я ничего не видел. Ну, я найду трех свидетелей, которые убедительно докажут, что ничего не было. Они не свободные люди, они. А это, вот эти свидетели будут средством. Да. А показания будут не непосредственные, а посредственные. А статья больше, да, организованная. Вот обратите внимание, существующее нечто отлично от сущего нечто. То есть сущее нечто было где? В учении о бытии. Там было нечто сущее. А здесь речь идет только о существующем нечто. А существующее нечто – это вещь. Между вещью и ее существованием проводится различие, подобно тому, как можно проводить различие между нечто и его бытием. Вещи существующие есть непосредственно одно и то же. Вот. Дальше рассматривается о многих, ведется речь о многих вещах. И так далее. И вот доходит Гегель до свойств. Вот собственное отношение с собой, как с некоторой другой, и составляет ее определенность. То есть она с собой соотносится вещь через отношение к другим вещам. Они непосредственно с собой. Но непосредственно с собой – это вот я, есть я. А с некоторой другой. То есть она, если вы к ней возвращаетесь от другой вещи, от взаимодействия с другой вещью или сопоставления с другой вещью, то вы сама с собой, конечно, получаете такое соотношение, но через другую. Вот это есть свойство, это ее свойство, этой вещи. Но оно получается через опосредствование другими вещами. Свойство вещи есть отрицательность рефлексии. А качество есть непосредственная определенность данного нечто. То есть вот здесь у Гегеля прямо это дальше рассматривается, что там было качество, как такая определенность, которая берется как бытие непосредственное. Качество есть непосредственность, непосредственная определенность данного нечто. А вот свойство вещи есть отрицательность рефлексии, через которую существование вообще есть некоторые существующие.
Вещь обладает свойствами, а не суть, во-первых, ее определенное соотношение с другим. Вещь обладает свойством вызывать то или иное в другом и проявляться своеобразно в своем соотношении с другими вещами. Она обнаруживает это свойство лишь при условии наличия соответствующего характера другой вещи. Вот понятие характера, скажем, поскольку вот в других изданиях слово «характер» выброшено в том месте, где должно стоять определение и характер, то там ничего не складывается, а здесь складывается. Это рефлексированное качество называется поэтому свойством. Рефлексированное, то есть отраженное от другого, от другой вещи. Вот таким образом через существование вещь в себе вступает во внешние соотношения, и существование состоит в этой внешности. Вещь оказывается в себе, в своем изменении. Это нам понятно. В себе это что значит? Так, ну, в себе бытие. Это ну, что это значит? Тождественность с собой. Да, равенство. Вот здесь равенство уже, а не тождественность. Где взяли тождественность-то? Там еще не было тождественности. Не было там тождественности. Что-то вы так прыгаете. Тождество у нас учение о сущности. А равенство с собой – это вот как раз было учение о бытии. Так. Вещь в себе, следовательно, существенным образом существует. А что значит существенным образом? То есть через основания и условия она существует. И это противопоставляется, вот все это, то, что он говорит, чему? Вещи в себе кантовского идеализма, который говорит, что вещь в себе непознаваема, она такая вещь в себе, что мы ничего не знаем, знать не можем и так далее. А Гегель показал, что это пустая, неживая абстракция, мы прекрасно знаем, что это такое. То есть это совершенно негодная категория. И на этом поставил крест на всех этих красивых разговорах философских о вещи в себе, которые нельзя познать. Мы их давно уже познали, это пустая, неживая абстракция. Вот что такое вещь в себе. А здесь вещь в себе берется именно, что она равенство. Она равна самому себе не без оснований и не без условий. А раз она с основаниями и с условиями, то она существенна, существенным образом существует. То есть существует так, как все существует в сфере сущности, вот с этим опосредственным через свои основания и условия. Так. Дальше говорится, что составленность вещи из материи, это представляет нам интерес в каком плане? Перед этим у нас были, когда мы рассматривали вопрос о форме, в основании, о форме, содержании, о материи и форме, то казалось, что речь идет о какой-то, может, всеобщей материи, так как в марксизме понимается материя. Нет, там речь идет о том, из чего это состоит. Поэтому здесь различные материи, то есть различные материи, из которых состоит данная вещь. Вот о чем я. Материя в том смысле, в каком говорят, какая материя у вас продается, какая в магазине материя есть, которые будут вам шить юбку, платье, пиджак, брюки и так далее. И вот, поскольку у нас задача с вами усмотреть этот переход в явление, да, вот смотрите, существование достигло этой вещи, вещи разные, своей полноты, будучи в одном и том же сущем в себе бытием и самостоятельным состоянием. Сущее в себе и самостоятельным. Самостоятельное – это вроде как бы оно не нуждается в основании, не нуждается в условиях, но оно само по себе самостоятельное. Так вот, оно и одновременно и самостоятельное, и то есть и несущественным существованием. Истинное существование заключается поэтому в том, что оно имеет свое в себе бытие в несущественности или свое устойчивое наличие в некотором другом. Притом и в абсолютно другом, или иными словами, имеет своей основой свою ничтожность. Поэтому оно есть явление. Что значит свою ничтожность? Когда у нас говорят ничто, то, так сказать, ничто понимают как некий нуль, что ничего нету. Имеется в виду, что ничто по отношению к тому, что рассматривается как бытие. Вот, а ничтожность как? А что является ничтожностью явления? Кто скажет? Видимость. Нет. Предел уменьшения. Нет.
Но если явление вы берете как бытие, а что является ничтожностью этого явления? Сущность. Ну, явление это тоже сущность. Евгений Николаевич. Ну как вам? Это сущность же. Мы все тут о сущности говорим сейчас. Мы вообще в сфере сущности. Не я. А? Не я. Не совсем не явно. Я, например, вот у меня везде написано вот учение о сущности сверху. Как не явно? Явно. Вот, посмотрите, там у вас сверху тоже, наверное, написано. Основа имеет свою ничтожность. В чем ничтожность явления? Ничтожность явления, дорогие товарищи, в законе. Нет, но на юридическом языке это тоже так же звучит. Ваша вообще ничтожность в том, что вас могут раз, взять, арестовать и поместить. Тоже в законе. Если по закону вы что-то нарушили закон, то ваша ничтожность сразу и узнаете. А явление по отношению к закону. Вот явление, оно же в форме бытия. Спокойно. А значит, закон в какой форме по отношению к явлению? Спокойно это рассуждаете, меня успокаиваете. А я как раз обеспокоен, что ничтожность явления в чем? Почему ничтожность явления, можно сказать, что это закон? Да потому что... Это рефлексия. Спокойно, это отрицание чего? Спокойствия. Чего? Спокойное? Это отрицание спокойствия? То есть явление всего. Спокойное – это утверждение спокойствия. Спокойное – отрицание чего? Беспокойное. Ну вот, раз оно отрицание беспокойного единства, так вот такое, то, что является отрицанием беспокойного единства, это спокойное единство, то есть закон. А вы, так сказать, запомнили, а вот этого вывода нету, а явление нам нужны выводы. Явление – это беспокойное единство? А? Явление – это беспокойное единство? Конечно, беспокойное. Ну, а вот все время вот вы что-то говорите, а человек... Ну, вы не имели спокойно, и все. И никто вас не замечал. Так, закон. Вы знаете, в законе. То есть, что является, так сказать, вот высказывается, товарищи, один, другой, третий, я высказываюсь. А спокойно это вот оно, да? Вот оно по отношению к тому, что мы говорим, ничтожно. Да, ничтожно. Соответственно, по отношению к, то, это самое явление по отношению к тому, что спокойно, тоже ничтожно. То есть, Но если это брать за бытие, то ничтожно. Это самовыражение явления, это и есть спокойное. А вы слово внутреннее знаете и внешнее? Да. Это где категории появляются, в каком месте? Ну, это у Гегеля. У Гегеля понятно? А у вас они в любой момент могут выскочить. Это в понятии. А? Да, это далеко. Ну, так... Далеко. Я тоже не близко, понимаете? Ну, понятно. У Мищи-то куда я могу? Все ясно, да. Что там только не было. Ну, вот. Вот тут впервые говорится, вот поэтому оно есть явление. Вот смотрите, истина существования заключается поэтому в том, что оно имеет свое в себе бытие, в несущественности, то есть равенство, в себе бытие, равенство вот этого всей поверхности явления в чем? В себе бытие, а в себе бытие – это вот то, что вы называете спокойным. В себе бытие – это равенство с собой. Вот явление все время, оно, так сказать, там пульсирует и так далее, да, все время изменяется. А оно равно самому себе, это явление? А где его равенство? В явлении? В явлении его равенства и нету. Оно сплошное неравенство. В законе. Вот закон есть, вот спокойное в явлении, это есть в себе, бытие, явление. В себе бытие явление не в нем, а в его законе. Но оно не оторвано от закона, это все одно. Явление на самом деле раскрывается и как сущность его, через сущность раскрывается как закон, поскольку закон имеет в себе, что содержит в себе? Явление, а явление содержит в себе закон. Есть закон явления. Закон – это сущность явления, на самом деле. Вот это ничто. Да. А явление – это не сущность? А явление – это не сущность? Явление, не бывает сущности закона. Закон – это не бывает сущности. Рефлексия явления в самом себе. Но вот это другое дело.
Ну вот, это да. Я смотрю, у вас то черная, то красная, и одежда такая. Нет, у меня книга. И книга. А это спокойное явление. Это спокойное. Это спокойное явление. Так. Понятно. Ну вот, двигаемся дальше. Значит, что я хочу сказать, что, товарищи, если мы хотим понять переходы, что нужно делать? Нужно начинать раньше того места, от которого мы хотим найти переход, и заканчивать позже, да. Значительно. Тогда, потому что некоторые вещи при подытоживании возникают в более такой четкой, ясной форме и понятной. И вот открываем вторую главу. Явление. А тут же, когда открывают, то, собственно, прошлый путь обязательно будет. Раздел второй главы. Ну, тут написано вторая глава, явление. Существование. Есть та непосредственность бытия, которую сущность снова сделала себя. Сущность себя сделала непосредственностью бытия. Снова. Потому что было бытие, оно снято, а вот теперь... Сущность себя сделала снова непосредственно всю бытия. Это существование. Не такое бытие, которое непосредственно, с которым мы сначала имели дело, то есть есть и все. А такое, которое возникло вот как в результате движения самой сущности. Она сущность сама себя сделала чем? Непосредственно всю бытия. Вот прямо первое. Здесь в главе явления так и написано. Существование. Есть та непосредственность бытия, которую... Сущность снова сделала себя. Эта непосредственность есть в себе, рефлексия сущности в себя. Сущность, как существование, выступила из своего основания, которое само перешло в существование. Но это мы уже усвоили с вами, что оно из основания выступило. Существование есть это рефлексированная непосредственность. Рефлексированная непосредственность, а не непосредственная непосредственность, которая есть в бытие. Явление есть, поэтому оно теперь также и положено как таковое, поскольку оно себя определило как явление. А что предположено тогда? Закон? Вы, да, если я знаю ответ на один вопрос, не значит, что я знаю ответ на два. Ну, давайте мы пойдем вперед. Давайте. А то я еще буду спрашивать по физике, по химии и по геометрии. Вот я и говорю. Явление есть поэтому ближайшим образом сущность в ее существовании. Вот понятно сказано? Явление есть поэтому ближайшим образом сущность в ее существовании. Вы сейчас можете окружить нас непонятными вопросами, и мы не сможем на них ответить. А мы лучше пойдем вперед и ответим на те вопросы, которые можем. Да, да. Сущность в ее существовании. А что значит сущность в ее существовании? То есть он не берет сущность, которая вышла из бытия. Из основания как непосредственная. Сущность наличествует в нем непосредственно, а не только в этом движении. Она уже непосредственно наличествует. Так, иными словами, существование. Как существенное существование есть явление. Вот посмотрите, что такое. Вот что такое явление. Существование, как существенное существование есть явление. Что это с этим говорится? То есть существенное существование, которое берется не просто как, так сказать, вместе с причиндалами, с основанием и с условием, а с этим движением, существенное существование, как движение, как результат движения самой сущности. Она себя, так сказать, как бы выталкивает наверх эту непосредственность. И вот это вот то, что говорит Гегель, непосредственно выступает. Оно выступает, оно не перестает быть сущностью. Это все сфера сущности. Евгений Николаевич, явление – это тоже сущность. Я согласен. Согласны? Да. Хорошо. А то вы думали явление, а это сущность, а закон – это сущность явления. А все сущность тут. Тут некуда плюнуть, некуда, все сущность. Здесь ничего другого, кроме сущности, нету. Тут бытие-то и то сущностное. А форма облечена уже. У вас, да. Вот она в руках у вас. Да. Так мы же расплываем в бытию. Форму. Да. Форму. Какому? Мы к тому бытию не всплываем. А мы вот теперь бытие получаем, уже получаем. Бытие? Существование. То, бытие как существование. Форма вот более глубоко. Процесса, она очень сложная. Чего же сложного? Не всегда без ошибочной. Она очень легкая, видите, как вы одной рукой поднимаетесь. А
существование. Это вот как одна книга. Тоже сущность. Ну а что же, Иван Николаевич? А ты не поднят. А что же, по-твоему? Отрицание. А вы в какой сфере? Вы откройте там раздел, посмотрите. Это да. Это все сущность. Это отрицание бытия. Существует. Это все сущность. Но когда мы здесь говорим, что это существенное существование, то этим самым подчеркивается, что не просто то, вы о нем сказали, что есть условия, основания, а что оно в рефлексивном движении находится. Рефлексия куда делась? Она никуда ведь не делась. Нет. Рефлексия. Она никуда не теряется. Вот нет. Это определение. Существование, как существенное существование, есть явление. Его существенность в том и состоит, что оно в самом себе обладает отрицательностью рефлексии, природой сущности. Вот все тут прямо и сказано, о чем мы говорим. Это проявление существенности, получается. Да, эта существенность существования заключается в том, что оно есть явление и есть, собственно, истина существования. Но если говорят, что нечто есть только явление, в том смысле, как будто в сравнении с ним непосредственно существование есть истина, то нужно сказать, что скорее наоборот, явление есть более высокая истина, ибо оно есть существование, как оно существенно, тогда как непосредственно существование есть еще лишенное сущности явления. Ну, как вот вроде понятно написано. Непосредственно существование – это лишенное сущности явления. Берете вы что-нибудь, не беря сущности, не беря основания, не беря условий, будет чистое, вот будет бытие. И от него долгая дорога до этой сущности. Чтобы если мы будем рассматривать бытие, и мы уже знаем, какова эта дорога. Непосредственное, скорее наоборот, еще не содержит в себе существенной истины. Существование скорее перестает быть лишенным сущности благодаря тому, что оно переходит в явление. Оно не лишено сущности. Оно само в сущности, и закон есть его отрицательное, так сказать, его отрицание. Оно берется вместе с законом. Мы явление можем брать без того спокойное, что есть без в себе бытия? Не можем. А раз оно, значит, оно берется не просто как явление, а берется вместе со в себе бытием. А в себе бытие явление – это закон. Сейчас мы прочитаем. Сущность является, таким образом она отныне есть реальная видимость. Явление, как выяснилось, есть вещь, как отрицательное посредством себя с самим собой. И вместе с тем, самостоятельная материя имеет свое устойчивое наличие лишь в чужой самостоятельности, в отрицании собственного отрицания. Явление есть поэтому единство видимости и существования. Вообще, Гегель, все категории, включая вещь, не являются абстрактными понятиями, они у него все абстрактные, умозрительные. У него нет ни одного абстрактного понятия, все они у него диалектические. Абстрактные – это односторонние, Евгений Николаевич. Ах, как вы думали? Понял. Не дурак, вы бы дурак, совсем ничего. Ну, скажем, вот у вас есть только достоинство, это абстрактное или конкретное? Ну, в общем, да. Ну, вот. Так и вот эти абстракции все. Как-то нет, ничего подобного. Явление есть поэтому единство видимости и существования. Явление теперь определяет себя ближе. Оно есть существенное существование. Существенность последнего отличается от него как несущественного. А то, что остается равным себе в смене явлений, это закон явления. Ну вот оно. То, что остается равным себе в смене явлений, это закон явления. Явления все время меняются. А что остается равным себе в этой смене явлений? Вот то, что остается, то закон. А то, что не равно самому себе, это не закон. Есть и то, и другое. И тут тоже есть и основание, закон, и основанное явление. Тут все это есть. И условия, конечно, есть. То есть и вся рефлексия тут есть, потому что все это, их нельзя оторвать. Нельзя закон оторвать от явления. Оторвать от закона. А дальше уже, так прямо говорится, закон явления. Явление есть существующее, опосредственное своим отрицанием. Вот что у нас отрицание? Закон. Закон, да. Который составляет его устойчивое наличие. Его устойчивое наличие. А само явление не устойчивое наличие. А это устойчивое наличие его. Но это отрицание же его. Закон отрицания явления.
Но в то же время, если мы, отрицание только в том смысле, что оно, ну раз оно отрицание, то значит оно соединено с этим законом, и закон проявляется через это самое явление. Так, если я вас отрицаю, то я от вас отталкиваюсь. А если я от вас отталкиваюсь, я к вам присоединяюсь. Поэтому если оно отрицание закона, то следовательно в неразрывной связи находится закон и явление. И, соответственно, можно сказать, если закон – это отрицание явления, тогда явление – это отрицание закона. А что такое отрицание закона? То есть оно соединено с этим явлением, но не все там, то, что в законе. Правильно? На явление. Когда вы упрощаете до механицизма, я вот до вас дотрагиваюсь, я отталкиваюсь, да, тоже, как бы, да? А без механицизма – это я потому что не до вас дотрагиваюсь, а до этого товарища. Вот это, и тут нет механицизма. Вот если бы я от вас отталкивался, это был бы механицизм. Да. Да. Вот вы согласились, Анна. Да. Вот. Приятно иметь дело. Я не согласился, а вот постарался чуть-чуть не упростить, то есть уйти от редукции. А я наоборот, упростить чуть-чуть. А это да, это вы стараетесь. Получается хуже. Следовательно, явление, во-первых, есть существование вместе с его существенностью. Существование – это непосредственное, а существенность – это вот, так сказать, то, что соединяет его, проникающее все вот это действие с сущностью, это все сущность, естественно. Не забывать, что это, что вообще-то, хоть вы и говорите о непосредственном, но вы говорите о непосредственном в сфере сущности, это все рефлексивно, это все с отрицанием. Поэтому, если вы говорите о явлении, так имейте в виду закон. А если вы говорите о законе, так это то, что явление – это видимость того, что в законе. Проявление закона. Так явление закона тоже смысл имеет, что и проявление закона. Вообще явление само по себе, оно предполагает, что оно явление чего-то. Не бывает явления ничего. Что это за явление? Ничего. Явление ничего. Явление ничего. Явление ничего – это не явление. И оно должно быть еще опознано. Все и так опознано. Содержание явления. Вот смотрите, только сказал Евгений Николаевич, а на следующей странице, у меня на странице 153, он говорит, это тождественное не есть та непосредственность, которая присуща существованию как таковому, и которая есть лишь та несущественная сторона его, по которой она имеет свое устойчивое наличие в некотором другом. Напротив, оно есть существенное содержание явления. Вы это хотели сказать? Содержание. Да. То есть я тут как ну. Да, по первой стороне это содержание есть некоторое наличное бытие, но как случайное. Ну, потому что явление. То есть может быть, может не быть. Как случайное, несущественное, которое по своей непосредственности подвержено переходу, возникновению и прихождению. Посмотрите, какие категории тут, категории первого тома. По второй стороне оно есть простое определение содержания, изъятое из-под власти этой смены, явление, то, что пребывает в последней. Вот это вот то, что мы брали одной фразой, спокойное в явлении, пребывает в последней. То есть оно сохраняется, да. Помимо того, что это содержание есть вообще простое в приходящем, оно есть также и определенное, внутри себя различное содержание. Оно есть рефлексия в себя явления, отрицательного наличного бытия. В нем, следовательно, суть отрицательного наличного бытия. Конечно, такое в учении о бытии нельзя было сказать. Там наличное бытие – это положительное, а тут отрицательное наличное бытие. Почему отрицательное? Ну, его отрицает уже закон. В нем, следовательно, существенным образом содержится определенность. Но явление есть сущая многообразная разность, мечущаяся в несущественном многообразии. Напротив, ее рефлектированное содержание есть ее многообразие, сведенное к простому различию. Вот как он описывает. Красиво, да? Очень даже красиво. Очень даже красиво. Вот дальше. Закон. 454-я страница. Есть, следовательно, положительное в опосредствовании являющегося. То он сначала как отрицательное выступал, но, да, ничтожность по отношению к явлению. А теперь мы уже с этой стороны рассматриваем. Закон есть, следовательно, положительное в опосредствовании являющегося. Явление есть ближайшим образом существование, как отрицательное опосредствование с собой. Так что существующее опосредственно с собой через свое собственное отсутствие устойчивого наличия.
И что такое свое собственное отсутствие, устойчивое наличие? Это явление. Потому что устойчивость – это в законе. Спокойное, устойчивое – закон. Через некоторое другое. Опять-таки через отсутствие устойчивое наличие – это другого. Здесь мы имеем, во-первых, голое свечение, исчезание обоих, несущественное явление, а во-вторых, также и пребывание, или закон, то, что пребывает, пребывает. Пребывать оно может не быть, а пребывать при всех изменениях, какие есть, оно пребывает. Закон пребывает. Так. Дальше говорится о том, что каждая из этих сторон есть по существу положенность, или иначе говоря, есть лишь постольку, поскольку есть другое. Вот. Кто еще? Вот меня спрашивали, что такое как положенность, что такое положенность. То есть то, что есть через другое. Например, вот я, как руководитель кружка, есть только через членов этого кружка. Если никого не будет в этом кружке, то я не руководитель кружка. Я думаю, это понятно. Но, между прочим, каждый член кружка должен понимать, что если я не буду, то как бы тоже не будет кружка. Так что каждый из нас есть положенность. Надо различать между тем, что есть, и тем, что положено. Вот мы различаем. Вот положенность. Вот это вот. Мы есть или положены? Мы положены с вами. Положенность. Вы положенность, и я положенность. Система положенности. Предположенность. Это вы предположены. Это вы предположены, а мы положены. Если мы говорим о членах кружка, такое, то мы положены. Такое... Михаил Васильевич предположен. А если мы говорим о нем, как руководитель кружка, то он положен, а мы предположим. Нет, неправильно. 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 Каждый из нас... То, что есть через другое. Вот только что я прочитал. Есть лишь постольку, поскольку есть другое. Положенность. Или иначе говоря, есть лишь постольку, поскольку есть другое. Каждый. Кружка есть постольку, каждый. Есть кружок. Да. Кружка, да. Кружок и все члены кружка, включая его руководителя, есть постольку, поскольку есть кружок. А кружок есть только постольку, поскольку есть члены этого кружка и руководителя. Поэтому все это положенность. Условия возникновения. Зачем вы... Никогда не нужно притаскивать на строительную площадку откуда-то со стороны ворованный материал. Какой ворованный, если мы предположили? Ворованный. Кто это вы? Вас, кто кроме вас еще предположил? Нет, только вот именно поэтому и не строится, тут ничего не достраивается, потому что все время уносят. С этой площадки то, что... Так сказать, тут необходимо было на ту, где оно не нужно, и наоборот. И поэтому ничего достроить нельзя. Космодром не могут построить. Одни уголовные дела там. Так вот, вот это содержание, которое непрерывно продолжается, явление в закон. Содержание и закона, и явление. А содержание одно, и закона, и явление. Вот содержание, которое непрерывно продолжается из явления в закон. Это содержание составляет тем самым основу явления. Закон есть сама эта основа. Явление есть то же самое содержание, но оно содержит в себе еще кое-что сверх того. А именно несущественное содержание своего непосредственного бытия. То есть оно имеет кое-что, но это кое-что несущественное. А закон – это существенное содержание того же самого. А именно так же и то определение формы, которым явление как таковое различается от закона. Это по заказу Евгения Николаевича. Он форму требовал. Да, я не требовал, я обязательно она вылезет. Но она вылезла, да. Но она не сама вылезла, а по вашему требованию. Она в связи с предшествующим. Это тождество, основа явления, составляющая закон. Обратите внимание, многократно пишут в разных формах, чтобы не оказалась одна только фраза. Закон есть спокойное явление. Это и пребывающее. И это и основа для явления. Закон, да? Основа явления, составляющая закон. Есть его явление, собственный момент. То есть это собственный момент же явления. Они же не разделены так, что вот есть явление, есть закон.
Это собственный момент явления. То есть закон, если он раньше представлялся как нечто, некое второе, это не некое второе. Это есть вы, а есть ваша душа. Вас я люблю, душу ненавижу. Какая-то ерунда. У человека нет души, значит он бездушный человек. Так и запишем. Фамилию вашу, пожалуйста. Пивоваров. И среди членов кружка был один бездушный, Пивоваров. А Пивоваров – это фамилия, да, уже прозвучала в других местах. И тоже своей бездушностью. Так. Что форма – это то, что отличает от явления от закона. Да. А раз оно отличает, то оно, отличает, то оно, следовательно, с ним и связано. Да. Если я от вас отличаюсь, то я, значит, с вами и связан. Вот если мы тогда и говорим только с вами, а уже товарищ Пивоваров не говорим. Вот если я от Пивоварова отличаюсь, вот мы с ним связаны, а вы вообще никто. Ну и что? Я даже... Вот наша компания. Я никто, кто был никем, тот станет всем. Наоборот, кто был всем, станет никем. Нет, это меня так просто тоже не возьмешь. Да, мы вас не возьмем с собой в коммунизм. Закон находится поэтому не по ту сторону явления, как сначала казалось, что здесь явление, его отрицательность, да, посмотрите, как интересно и очень понятно написано, а непосредственно наличен в нем. Царство законов есть спокойное отображение существующего или являющегося мира. Вот, это по заказу Константина Константиновича. Прямо вам. На тарелочке. На тарелочке. Ну, красота. Закон находится поэтому не по ту сторону явления, а непосредственно наличен в нем. Царство законов есть спокойное изображение существующего или являющегося мира. Может показаться, что я вам зачитываю, как будто бы вы не читали. Но, с другой стороны, все-таки читали. То есть я хочу сказать, что, ну вот, по своему опыту, что надо, я уже не знаю, какой раз я это читаю. Вот мне было очень читать интересно. И некоторые места были понятны, я их и зачитываю. И они кажутся все очень даже понятными. А раньше вот ты по ним скользишь взором и думаешь, а дальше что будет? И так далее, и так далее. То есть это, в общем, требует, конечно, то, что писал Ленин, штудирование. То есть необходимо возвращаться, смотреть. И главное, что надо, вот я еще раз повторяю, если мы хотим вот этот кусочек, вот этот переход разобрать, то, естественно, начать отсюда и закончить вот там. И тогда вы, проходя через это, потому что он дальше, тут он начинает намекать, что скоро будет, а потом Гегель говорит, ну, вот это означает вот это, уже с такими выводами очень четкими формулирует. А вот у вас дальше есть слово «универсум» в вашем переводе? Где? Слово «универсум», ну, вот дальше. «Универсум»? Да, вот «царство закона». Нет, нету. А вот «царство основания растворяющие движения»? У нас по-русски «царство». Зачем «универсум»? «Универсум». А у нас по-русски «царство». Царство закона. Это не королевство и не универсум, а царство. Да. Русский перевод. А царство? Нет, а царство. Универсум. Вот некоторые предложения. Есть уже предложение насчет царя. Уже вносится. Растворяющий. А дальше, вот смотрите, пункт третий. Закон есть, следовательно, существенное явление. Существенное явление. Даже получилось, что закон есть явление, фраза. Существенное явление. А что существенно? Вот это. Ну, конечно. Но существенное. Существенное. Явление обладает еще другим содержанием, кроме содержания закона на следующей странице. Ну вот, на этом, я думаю, мы сегодня можем и закончить. А если есть вопросы, давайте на эти вопросы попытаемся ответить. А да, у меня, как всегда, следующее занятие. А? У меня один вопрос. Когда следующее занятие? Давайте, мы должны определить это дело. Значит, у нас следующий у нас декабрь, правильно? Я засчитал 12. Это какой вторник? Второй вторник. Ну, хорошо, 12 декабря. День Конституции. 12? Какой Конституции? За нее никто не голосовал. Ни один человек. Верховный Совет голосовал. Тем более в праздник. Верховный Совет не мог голосовать за Конституцию. Парламент.
А? Государственная Дума. Ну, выходной. Вторник. 12 числа. Главу второе явление или следующее? Так, да, явление надо разобрать. Вот то, что мы сегодня рассматривали, надо это изучить и снова еще раз обсудить. Вот, явление. Разница какая в этом самом? Здесь растворяющее движение, являющегося универсумом, а здесь написано простое основание, разлагающее движение, являющееся Вселенной. Понимаете, какая интересная штука? Вот что значит разница. Вот вы говорите разница, а Гегель бы сказал, они разные. Разные переводы. Разные, это не значит, что разница. Разница – это вы еще тут нашли, чем одно отличается от другого. А просто разные они. Мы все разные, Евгений Николаевич. Вот это переводчик, как бы. В каждом переводе есть свои достоинства и свои отрицания. Но он все равно чей-то перевод, а если будет ничейный перевод, то это еще будет хуже. Когда каждый будет туда свое вставлять, тогда мы потеряем вообще все. Так что тут не может быть другого. Вот есть, поэтому все переводы именные. Либо надо взять один перевод, либо другой. Тогда мы потеряем что-то в одном, но зато приобретем в другом. Вот скажем, в этом переводе, по крайней мере, это вот такая ненормальность, как то, что в учении о сущности говорится о многих свойствах, а там говорится о свойствах, ну, уже в учении о бытии, там чему не может быть просто места. Это говорит о том, что переводчик не понял самого, так сказать, отличия сущности и бытия. Это перевод 27-го года, да? Какой? Вот этот. Нет, это перевод 30... Это из собрания сочинений 37-го и 39-го это года. Это издание, а перевод 27-го? Я не помню, я не знаю, какой был год. А это перевод 72-го года. Это отдельный был перевод? Да. Вот в этом перевод, этот перевод 72-го, вот и содержит эту вот глупость. Вот и содержит ту глупость, что определение соотносится не с характером, а со свойствами. Когда еще множественности вообще нету, еще нету одного и многого. То есть не может быть вообще множественного числа там. Да. Получается, что просто так читать и воспринимать, это нельзя, нужно еще что-то... Проще там... читать букварь. Да. Это идеальная книга. Ну... Так, еще какие есть вопросы? А вот у вас и книжечки интересны. И что, 12-го, да, тогда? 12-го. 12-го. 12 декабря. Нормально. Так. Так, товарищи, спасибо всем за внимание. 12 декабря. Просьба читать, изучать и готовить. Явление. Явление, да.